вовлекал процесс, сам процесс игры, и поэтому, так сказать, никакой ни нервной вспышки после победы, а тем более депрессии после поражения нет. Достаточно благополучно, что есть семьи, ну, не считая тех глобальных семей, которые пришлось испытать всем, это война. Так получилось, что у нас, в нашем роду, все мужчины были дети. Дед, дедушка, офицер, отец врачом, старший врачом, сейчас сын врач. И вот единственный человек, который, кстати, имел дело с медициной только черный, это не единственный, ну что ли, гуманитарий по образованию, оказался я, и я медицина не знаю. Очень хотелось еще поиграть, но так и не получилось. Что поделать? Во всяком случае, так сказать, свое звание это чемпиона мира, я считаю, вполне заслуженным.